Всем привет, я снова с вами. Теперь всерьез и надолго. Ведь благодаря вам мне удалось пройти кастинг на ведущего калибровки. Более того, прошлый выпуск был такой успешный, что нам повысили финансирование. И теперь я могу моргать. А теперь к новостям о версии 0.15.0. Начнем с официального анонса. Следующая версия калибра почти полностью будет посвящена событию на День Победы, что известно сейчас. На время события появятся оперативники и враги той эпохи. Будут отдельные игровые механики, в том числе рукопашка и прокачка оперативников в бою. В общем, не уезжайте далеко на майские, или возьмите с собой на дачу компьютеры, потому что прохождение этого ивента станет общим делом для всех игроков. Новость одной строкой. В обновлении мы добавим несколько новых навыков и кое-что поправим в старых. А в следующих обновлениях мы продолжим развивать и балансировать эту механику. Рубрика «Сливы». Как сообщают источники калибровки, в ребалансе оперативников версии 0.15.0 произойдет долгожданный фикс Монка. Геймдизайнеры убрали задержку между нажатием и активацией способности. Это маленькое изменение значительно упростит применение обилки и повысит эффективность оперативника. Мы связались с Монком, чтобы узнать подробности. Здравствуйте, вы можете подтвердить или опровергнуть информацию о ребалансе? Подтверждаю. Может, что-то еще хотите добавить? Дай бог тебе здоровья. И последняя новость на сегодня. В обновлении появятся легендарные образы на одну из последних коллекций. Все подробности в скором времени появятся на нашем официальном сайте и социальных сетях Калибра. Ссылки, как обычно, есть в описании ролика. До новых встреч!